Всем привет, с вами Андрей Чент, и мы продолжаем проходить нашу игруху по Великой Чуме. Ой, меня заметили. Бля. Итак, в общем-то мы пытаемся выбраться из города, у нас есть спасатель на корабле, и мы должны добраться до следующего понтона. Убивать мы можем, как нам сказали... О, подожди. По голове на. Так, иди сюда. Тут мы его сняли. Он шлемом? Да, тот шлемом. Так, о, рыба. Не зря ее можно сбить. Ага. Тут ап, стоп, подожди. Тут кое-что есть. Что это было? Это они, я уверен. Я чувствую запах смолы. Так. Куда дальше? Ну, судя по всему, сюда. А мне нужно их убить. Так, я правильно иду? Ага, там лучник стоит. Ну, его можно и убить, а можно не убивать. Хотя... Готов. Так. Тот ушел. Я через кусты. Дальше сюда. Ну, хотя можно было бы его и кокнуть. Берешь, тушишь ему всю эту малину, и он вздыхает. Так. Ушел. Мы ж правильно идем, надеюсь. Этого можно и так снять, я вижу. Но этот может его заметить, черт побери. Ну, я могу их и так убивать, как говорили, там смолой поджигать, да? То есть смолу кинул, потом поджег. Это если вдруг что. О.
селитра. Так, а если я жахну по этому... Блин, не хочется и... Так, и теперь поджечь. Тихо. Пусть подойдет. О. Я случайно. Так получилось. Я уже понимаю, вот здесь что нужно делать. Так, давай разобьем. Ой, меня заметили. Вырубил. Так, этот идет, значит, мне нужно его сжечь. Мне нужно его сжечь. Блин. А теперь поджечь. Ага, так это не работает, ладно. Тогда кувшинка. О, теперь получилось. А-а-а. Вот и да, окался. Блин, он там спрятался. О, готов. Так вот, на чем мы закончили? О, там что-то есть, подожди. А, уже не важно, я туда так просто не зайду. Хотя, не, зайду. Не, не зайду. Блин. А, да, тут я не пройду. Они не дадут. Ладно, хрен с ним. Я понимаю, что там что-то лежало, наверное, сера, либо... Но меня сожрут. Хотя... Хотя мы сейчас возьмем палочку. И заберем. И идем. Раз. Главное потом успеть выйти оттуда. А чё не могу пройти? О, бля, теперь обратно. Тихо, тихо. А, убежал. Фу. Повезло. Так. Так, это сделали. А где тут причал, на котором мы должны были встретиться? Ой, тут еще есть. Так, я что-то немножечко туплю. Это мы что, обратно идем или что?
Мне просто интересно, а если я стрельну по этой штуке, что будет? Блин, ну мне ж нужно было туда. Правильно? Так, я что-то немножечко потуплю. Где корабль? Может, мне к воротам нужно? А, вон он, по-моему, да? Да, дальше. Так. То есть, в принципе, мне даже туда было не обязательно идти, да? Что у тебя? Древесина? Так. Правильно идем? Надо выбросить только. И есть контакт. Так, о, верстачок. Да, в принципе, мне сейчас ни на что не хватает, поэтому надо собирать дальше. А, вот и он. Подожди, тут ничего... Ладно. Спасибо, что не бросили нас. И что помогли часовым. Да, вы и сами постарались. Ну, а где остальные пассажиры? В городе собираются. Мне нужно... Это крысы? Гуга, что они сделали? Я побегу за ним. Жди нас у доков, рядом с домом. Осторожнее там, что происходит? А, короче, я никуда не уплываю, я понял. Ну, не очень-то и хотелось. Как думаете, что это было? Я не знаю, но меня это разбудило. Дом. Дурное предзнамение, комендантский час. Все еще в силе, всем разойтись. Что происходит? Скажите нам правду. Хватит нас обманывать. Нет, нет, бегите, спасайтесь! Что ты стоишь, думаешь? Беги! О! Мать моя женщина! Хрена себе. Дом, я справлюсь. Хрена себе, сколько крыс. О. Ну что, продолжаем бежать? Беги! Останавливайся. Хрена себе сюжетка пошла. Ты шо? Я
Это ваш сын, сделайте что-нибудь. А, защитница, наконец-то. Он никак не успокоится, не знаю, что делать. Дайте я. Гуго, Гуго, я здесь. Ну и нет алхимика. Он нахрен не нужен был. Шш, пожалуйста, успокойся, пожалуйста. Я знаю, ты напуган. Шш. Ой, пожалуйста. Охренеть, и нет города. И все, крысы поразбегались, да? Привет. Мне приснился плохой сон, знаю. Тут уже города нету. Что случилось? Нужно уходить, пока все не обрушилось. Да, Лука должен уже ждать нас у доков. Да, развалили город. Это по-нашему. Амиция, я должна его понести. Лучше я. От города ничего не осталось, одни руины. Это беспрецедентно. Что случилось? У меня голова кружится. Ничего, спи дальше. Жители, нет времени, не останавливайся. Не смотри, не открывай глаза. Амиция, что произошло? Это крысы. Они напали. Мы уходим из города. Все как в моем кошмаре. Это все из-за меня. Пожалуйста, успокойся. Нет, это я виноват. Нет. Сны — это сны. Я дам тебе кое-что, когда придем на лодку. Это тебя успокоит. Валерьянку. Нет, я хочу, чтобы она прекратилась. Оно прекратится. Марсели тебе помогут. Неправда, ты все время это говоришь. Но это неправда, неправда. Пожалуйста, успокойся. Ты же знаешь, что я тебя не брошу. Мы что-нибудь придумаем. Что-нибудь. Мы в порядке? Я думал, мы целы, Лукас. Забирайтесь на борт, быстрее. Это все. Магистр Воден, и вижу. Тогда не будем терять времени. Приплыли, город был. Уплыли, города нет. Идемте на разрушение нового города. В Марсель, правильно? Глава окончена. После нас глава пятая. Трупы плывут. Говорят, гиене приключилось что-то то же самое.
Крысы, укус, отравляющий кровь. Думал, до нас не дойдет. Птица, не улетай. Привет, тебе снился сон. Мы приплыли? Нет, но уже скоро. Привет. Не смотри туда. Почему? От этого никто никуда не денется. Гугу, у тебя был припадок. Я не хочу в Марсель, погибнет еще больше людей, я знаю. Матушка хочет. Нет, остров. Мне надо на остров. Там мне помогут, пожалуйста. Меня никто не слушает. Я говорил, что мне плохо, но магистр меня не послушал. Сказал, что это все часть испытания. Мама с магистром думает, что все понимают, а они не понимают. Но ведь люди гибнут из-за меня. Ну-ну, я же тебя понимаю, я сделаю то, что нужно тебе, обещаю. Лукас? Лука, сходи с Гуга к капитану. Он покажет вам, как управлять лодкой. А мама хочет поговорить со мной? Или даже даст порулить? Эмиса, его нужно увести. Вы хотите снова посадить его под замок? Это не то же самое. Ты видела, что происходит? У Ордена есть люди, снаряжение, они знают, как с этим справиться. В этом виноваты вы с Воденом, матушка. Если вы опять запрете его в четырех стенах и станете пытать... Гуго умрет, он ребенок. И он тоже от всего этого страдает. Он мой ребенок. Амица, я тебе не враг. Я знаю, что ты всем сердцем любишь брата. И я знаю, что даже я не смогу в полной мере понять, как сильна связь между вами. Но тебе нужно осознать то, что произойдет там, произойдет снова, произошло. Вы правы. Вам этого не понять. Проклятие, обломки, здесь не проплыть. Пойду посмотрю, что там. Кажется, я вижу, в чем проблема. Мы все сделаем. Ну, ребята, ваш выход. Слушай, если хочешь, можешь остаться внизу. Нет, все в порядке. Я рассказала, я тебя не брошу. Нужно только разобраться с лодкой. Но это еще не конец. Да, иди. Спасибо. Так, что делать будем? Освободите лодку. Слушай, мы сели днищем на какие-то обломки. Может их вытащить? Тогда, может, просто протолкаем? Ну что, давай попытаемся. Тогда толкай. А, вы настолько сильная прям. Вот черт. Ну, значит, пешком догоняйте. Что? Амиция, догоняй нас! Мы будем ждать ниже по течению. Идем поищем обходной путь. Кто бы сомневался. Сколько людей ни за что не погибло. Это ужасно. Но кто же знал? Сейчас уже ничего не изменить. Но вот остров, он все исправит, значит так и будет. Но как? Сейчас главное не как, а где. Нужно его отыскать. А как же твоя матушка? Мне все равно. А вот тебе придется выбирать. Она моя магистра. А... Оп, секунду.
Let's try through here. It's quiet. Oh, what the hell? Don't panic. Тихо, тихо, это просто олень кричит. Lord, I forgot they existed. Mating season must have started already. Видимо, брачный сезон начался. Nature won't change its ways. The chaos we face is part of it. Somehow. Except they are courting. Вот только так. А мы тут пытаемся не погибнуть. Ты права. Let's go back. Давай вернемся. А вон какой-то проход в пещере. Ну тут не пещера, ладно. А вот и река. А вот они. Ужасный запах. Надо увести Гула подальше. О нет, 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 нет. Что опять начинается? Какого черта? Это они. Так, ну что? Крысы возвращаются. Итак, наша задача добраться до лодки. Так. Ну давай, сейчас будем продумывать наш план. Так. Ну, судя по всему, вот это можно поджечь. Так. Так, дальше. And this one is a crank. We should give it a try. Давай попробуем. Lucas, that's a job for you. А ну, Лукас, давай. It's working. The haze moving. Yes. Так, а где оно? Ага. You saw that hole. What they're capable of. Надо будет снова поджечь, да? It will happen again if we keep ignoring Hugo's feelings. Ну, это все? Больше нет? Ну, ладно. Тогда так. Одного огня недостаточно. Ну, я так понимаю, ты хочешь, чтобы я кинул кувшинку туда, да? Оно потухло. Ах вы, бляха-муха. Я думаю, что они меня чуть не сожрали. А теперь, наверное, надо... смолу кинуть. Ой, это не смола. Блин. Вот смола. И оно будет ярче гореть. О! Попробуй переместить, и я его подожгу. Давай. Так. Уже в пути. Столько усилий ради того, чтобы попасть в Марсель. А вдруг оно того стоит? Да не стоит он того, даже Гуго уже в это не верит. Его можно понять. А вот и я. Давай быстрее, а то сожрут тебя. И дальше что? Так, давай, вставай. Amicia, you should tell me what's on your mind. About what? That island. I know you. I told you, you have to pick a side. Я сказал, тебе придется выбирать.
А мне что-то кажется, что мне нужно будет, скажи, когда опускать, я так и подумал. Ой, ой. Что мне делать? Лови, ударим об землю. Чем ударить об землю? Торопись. Я вообще туда иду? Я чуть не понял, что это было? Ни хрена не понял, типа у меня было временно какая-то палка эта светящаяся. Только я не понял вообще, как я ее запустил. Так. А дальше что? Так, момент. А что делать? Ага, мне нужно туда. Все, я понял. Так, а мне нужно как-то же зажечь? Ага, я понял. Давай выбросим. Тут мы поджигаем. Спускаемся. Быстро, 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 быстро. Давай, открывай. Что там? И бегом. Бегом. Бегом! Успел. Так. Ага. Ага, все, я помню. Мне нужно того пацана забрать. На этом мне чуть-чуть не хватает. А это хватает, да, четырёхдорожный спец позволяет улучшать снаряжение где угодно без верстака. Но мне это пока не горит, у меня не настолько много предметов. А вот получается сюда надо забраться. Раз. И побежали. Два. Так. Наш хлопец нас ждет. Ну давай. Наверное, сейчас он подожжет. А где он вообще? А что я делаю? Ну вот. Ну. Подожди, ты хочешь, получается, чтобы я и тут завел, и там у тебя стрельнул, правильно? Ну, другого варианта я не вижу, если честно. Без твоей помощи мне этих крыс не обойти. Но у меня вариант только один. Вот по этой стрельну, типа той дальней. Больше я не вижу. Давай еще раз. Так. Ой. Ну. А что не так? Не, что-то ни хрена я не понимаю. Простите.
Мне без твоей помощи не пройти. А нахрена я здесь? Ну, сюда я могу сбежать. А, может, мне нужно все-таки... Так мне что, опять по кругу бежать? Что-то я не вдупляюсь, правда. Ладно, давай пробуем побежать вместе с ним. Так. Ну. Ну. Так я опять вернулся туда же. А что ты хочешь, малой? Мне без твоей помощи никак. Вообще что-то не вдупляюсь, правда. Ну спрыгну, меня сожрут. Так, кучерявый, что мне делать? Дело за тобой, уже бегу. Ну здесь я, получается, подожгу и пробегу. Скажи, когда будешь готова. Ударим об землю, беги к лестнице. А вот дальше что? Молодец, там что? Блин, я не успел прочитать. Ну палки эти что же не зря стоят? Вот это подойдет. Для чего подойдет? А, ему кинуть, ёперный театр. Ну хорошо, моя очередь. Ой, мамочки. Все, разобрались. Ты справишься, просто беги. А у меня так долго палка не горит, если честно. Ага, вон туда он становится. Все, окей. Окей. Так, а теперь получается мне нужно к нему. Так, я разберусь. Здесь мы были. Стой там. Тут я заберу сейчас. Давай, 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 быстрее. Залезли. Вот. Все, теперь я понял. Отсюда я скрываю. Ну да, потому что по-другому я бы не открыл. Так. А, то есть мне нужно к нему. Хотя можно дать ему, может, палку кинуть. Или не? Не, не вариант. Не, не вариант. А если поджечь палку и кинуть ему? Ага, это я сюда спущусь. Ну, в принципе, можно попытаться. Не знаю, надолго ли хватит. Давай, быстрее. Только не ли сейчас такая... А! А, бля! Ой, успел. Бог ты мой. Кучерявый, я чуть не сдох. Так. Теперь.
Теперь мне с тобой? Ага, ты хочешь, чтобы это я делал, правильно? Пройти ты не можешь или можешь? Этот забор переходил мне дорогу. Какой забор? Ну, так мы спрыгнем и побежим. Вот туда. Правильно? Или тебе все-таки нужно? Вот. Ага, все окей. Отлично. Вот, контакт, идем. Так, мы можем взять палку, а не можем. А не можем. Так, дальше. Тут у нас тупик. Поэтому мы должны просто спуститься и идти. И идти, судя по всему, вот тут. Да, вот туда. Готов? Пошли. Let's hope Marseille is different. Once the order gets their hands on him, it will be too late. Amicia, they can't all be. Все, есть контакт. You can't take the chance to see if you're right. Так, выбросили. Дальше. А что дальше? А, стоп, выбрось. Так. Амисия! Ага, все, они нас ждут. You know me, come on. I always make it back. I told him as much. Still, it's good to see you both. Ну, нам нужно плыть дальше. А подожди. And there's a damn chain blocking us. We'll take care of it. Нам сейчас не паром нужен. Ой, что что-то будет. Maybe on the other side. The ferry could take me there. It's a bloody mess under that pontoon. There must be something jamming. Ничего не понял. How do we get down there? Что? We'll find a way. Получаю это тебе. Lucas, that's your job. Of course. А где он? А куда он пошел? А, за телегой пошел. Так, ничего не понял, но очень интересно. Что делать? А, он отодвинул. Все, я спускаюсь. Ага, окей. Ты в порядке? Все хорошо. Там кругом мертвецы, выбирайся. Ну, тут да, конечно. О, тут с кем-то взаимодействовать можно, с мертвым. А, это чтобы он застрявший. Так, выходим. Получилось, сейчас подгоню к тебе паром. Yes, возвращайся, это, наверное, было ужасно, да? Yes. Так, как отсюда вылезти? А, вижу. Нет, не вижу. Почему ничего не загорается? Бля, я не сюда должен был идти, да? Там где-то дальше выход. Блин, то хожу, брожу. А, наверное, надо было дальше вылезти. Я подумал, куда залез, туда и вылез.
Она еще так быстро здесь ходит. Прям на ускоренном. Угу. Так, нужен воздух. Не торопись. А, где здесь вылезти? А что происходит? Я не хочу к ордену. Понимаю, магистр Боден вел себя с тобой грубо, но там будет все иначе. Матушка, насчет его острова. Не сейчас, Амиция. Хорошо. Так. Ладно. Так или иначе, с цепью нужно разобраться. Видишь что-нибудь? Да, вижу, что можем полутать. И там еще что-то было снаружи. Вот тут за стеночкой. Вот. Вижу. Как туда добраться, пока не понимаю. Но вижу. Хм. Лестницу вижу. Так. Что делать? Там мигает. Ну, типа, вот это двери вроде бы. А что делать? Забраться никак, ни на что нельзя. Так, подождите. А можно подсказку? Я сюда поднялся. Видишь что-нибудь? Забежал. Открыл сундук. Тут ничего. А, все, вижу. Надо было немножечко посмотреть вверх. Так, дальше что? Ага, я в порядке, но теперь нету мостика. Хорошо, с цепью разобрались, теперь я могу пришпортоваться. Лука, доберись сюда, я тоже иду к тебе. Будь осторожна. Расчистите путь до лодки. Так, доберитесь до лодки теперь. А, ну тут проход только один. Блин, ну там же было какое-то место. Почему я туда не могу зайти? Вон оно светится. Он не ломается никак тут. Может, надо там оббежать? А, окей. Ой, там можно... Мне кажется, или... Нет, мне не кажется. А, это на вот это сейчас попаду туда, да? Угу. О! Давай, что здесь у нас? Так, элементы, инструменты. О! Ну, я считаю, очень хороший улов. Ну, я думаю, на самом деле, вот на этом месте мы с вами и закончим. И уже в следующем выпуске продолжим. А с вами был Андрей Чент. Всем пока.